И последнее в выпуске. В Ярославле отметили День медведя. Праздник символизирует приход весны. Время выбрано не случайно. В конце марта древние славяне отмечали Камоедицу, дохристианскую предшественницу Масленицы. Праздник связан с пробуждением медведя. Он выходит из берлоги, что знаменует наступление весны. Главным объектом внимания в Ярославле стала рычащая бронзовая скульптура косолапого работы Фаберже, установленная в 2009 году. Костюмированные участники праздника разбудили медведя, почистили ему зубы и натерли до блеска левую переднюю лапу. Ведь многие ярославцы и гости считают доброй приметой прикоснуться к ней в надежде на удачу.